Я пойду этот квест возьму. Это нам доказывать. Да, начнется вайб за вайб. Зельки есть у всех, наверное. А хорошо. Зелье оцепенения. Ага, ну, 10 штук, блядь. Сейчас я слетаю, забыл купить. Так, самолите, сейчас. Так, Сеня, улетайте только у кого. Сопрот нужен будет, и нужен будет зелье оцепенения. Почта есть у кого, ребят? У меня есть, но я сейчас не в рейде. Они на ауке закончились. Их банально нет. Что, нету зелья оцепления, да? Ну, раскупили их. У меня две штуки есть, и все. У меня есть как будто. Сменить. Ранник решил спу обратить. Кому еще обмен? Ранник обмен. Медленно еще. Смотрите. Я взял ее с Варас, помню. 14400 максимальная. Где что, в танк? Да нет, наверное, сейчас это. Просто не знаю, как линкануть, я бы тебе линканул. Кому я там должен голду за сопротики масла? Никто не брал, не покупал. Это максимальное. Это я с гнева смотрю. Сейчас я сарану посмотрю.
Минимальная 32, максимальная 400, 14 400, в среднем 2 100, 2 200. А, и... Т4 щиток, короче, показывает 34 000. Вот это, потом у нас хулипал, короче, ты стоишь в крестике, а сова, ты как стоишь в ромбике, а в квадрате будет стоять, а Войт стоит в зеленой метке, Прист в зеленой метке, а в луне стоит у нас шаман, в квадрате я буду стоять, звездочки Притон, танки, ДК, короче, что у нас, два танка. Может, там этим чарами спекнуться. ДК, спекайся в танк, почему-то еще не в танк. Что меня фризит нахуй. Что за хуйня? В этой, в черепке танк стоит, танк, который в данный момент не танчили босса. Блять, есть почта у кого-то? Белый, видишь это свободную метку? Туда и вставай. Не поставил почту. Славе, напомни, где он стоит. Кому напомнить? Славе. Войду. А, Войду. На зеленой метке он стоит. Скажите мне, когда агрить. Все, давайте, готовы. Саппорты все выпить обязательно. Это я его не танчил еще. Ну, ты его, короче, просто пойдешь туда, в стене поставишь, на 7 стаках у меня есть. То есть 7 стаков на топ. Ну, там плюс-минус первый танк забирает, а потом, как только у тебя стаки спадают, ты всегда забираешь босса. Там, есть саппорт, когда будет... ребят? Где-то. Дай трейд мне, я два. Есть еще у кого один, ребят? А и можно зельку еще? Вот и... У меня три зелья всего, у меня нет зелья. Вот и... Да будет зелье. Пьете до пула. Если обосрались и не успели, то не пьете поты. Потому что вам нужно будет пить зелье. Но то же самое, что при поте. Танки, смотри, там равник будет бить. Там танк стоит один в черепе, другой танчит босса. Равник отбегает в сторону. И когда будете меняться... Ну, смотрите, чтобы не было коста, но ну, я скажу, короче, примерно, там, видим, про готовность. Все, все готово, обратно отчет дает. А кто первый танк начинает? Тухачом? Блуд Унига. Черепке, да? Нет, 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 к стене, иди туда, к стене, а, иди. Вот так, да. До 80% лафа, да? Да, до 80% лафа. Так что вот они будут спить. Сова, диспель обязательно. Сова, снимай проклятие, нахуй. Ты здесь не просто дамажишь, ты должен диспелить. Да, ну видите. Там готовься. Иди меняй. Да негр туда далеко уже. Да я тут почти уже. Танк, который не танчит, я сказал, в черепке стоит. Чтобы было проще.
И смотрите, если надо будет незыбку, подставляйтесь там настакиваться, надо будет, сейчас скажу. Короче, кто танчит босса и кто будет с дебафами, тому надо будет дать незыбку. Ну, на ком будет накоплены стаки. Захиливайте. Сейчас пойду поменяю. Так. Где? Так, давай незыбку. Незыбку давай. Стаки спадут, поменяешь. Иду. Бля, 7 стаков. Двойной надо сейф. Давай сейф внизу давай. Какого осталось? Незыбку давал незыбку, уже незыбку, давай. Массакру давай, блядь. Ну дай, дай, массакру дай, пал. Давай, нахуй, пизду, блядь. Я сказал, говорю, кто бил босса, у кого стаки были, блядь, даете незыбку. Соответственно, второго тоже должна быть незыбка. У вас две незыбки, блядь. Вы, ну, а была одна, где вторая сейчас? Я сдавал, когда в черепок убежал. Пока на мне стаки еще были. Короче, надо это. Реально, спеть не стану, да, нахуй, просто сложно, блядь, с незыбкой очень сложно. Массакры тоже не было, хоть упал, видимо, поздно я сказал, там время слишком много надо, чтобы, блядь, найти массакру на панели и нажать ее. А, у него вообще я не понял. А какой смысл от билда в ретейка? То есть, что там, крита больше? Что, мне в танка не, да? А, давай в танка, ДК стекайся обратно на ДД. Thank you.
Зато смотри, у шамана ротация новая без молнии. Но. Но он первый этот вообще проспал, я полностью в одной баллы все здесь стою. А мне теперь куда становиться? А? Куда на холику теперь становиться? Ты бьешь босса и выбегаешь в сторону по стеночке, чтобы когда взрыв начинается, когда он каст начинает, чтобы не шотнуть танков и никого, не бежишь ни в черепов, никуда, по стеночке просто в сторону. В сторону okay. квадрата бежишь, просто по стене. То есть в квадрат ты тоже не бежишь. Пламя я переживаю, да? Там должно доставать по идее танк, если в кресте там колипал стоит. Шаман, по идее. Все, давай, еще давай. Чуть поближе подойди, Войт. Далеко ты метки поставил. Я так, наверное, кажется. Парадник заберем. Сколько тебе? 5. Сейчас. Уже 6. Десять секунд сейчас уберу. Забираю еду. Давай не зубку. Не зубку давай. А, нет, массакру, массакру, давай, массакру, массакру. Ага. Холипало убило. БР холипало. И Инер сразу поняла. Далеко стоим. Пожалуйста. Что метки типа. Нет, метки далеко поставил. Череп где-то вот здесь должен быть. Сперстай. Через. Он отбегал.
Кстати, на собаке дисплей включить или нахуй надо? Да, можешь включить. Давай пусть лучше этот милишник отбегает черепа, а мы будем вдоль стенки убегать. Ну давай, без разницы. Главное, чтобы было схема. Чтобы просто назад чуть-чуть, ему шаг назад сделать, он не будет урон наносить. Ну, да, да. А, блудняга. Пуляй, похуй, давай, будь всем готовы. Поты только не пейте, пожалуйста. Два шага назад, вот так, все, стоп, вот так, видишь, ты не будешь наносить урон, вот так. Видишь? Вот, нормально. Саков мне равни. Ебать, вы отбегаете друг от друга, вы чё, блядь, сука? Вы сдохнете так нахуй, если не будете отбегать. Не ходите друг к другу близко, блядь. Шаман, маленько вперед пройди, чтобы тебя голем не доставал чуть-чуть, только не сильно близко к черепу не подходи. Сейчас я грудь туда прожму, да? Да-да-да. Ну, не сейчас, наверное, на следующий. И холипал умер опять. Сова БР холипала. Это вайп. Не понял, а как он умер? Не знаю, там, ну, питонок. Охуеть, как я давно сюда не ходил, нахуй, как это, блядь, сейчас, видимо, все ходят, да, на погибель, блядь, и этих, ну, смотрителей. Да. И просто, блядь, люди реально тупые, блядь. Сложно, очень сложно. Тут босс, блядь, сука, вот просто стоишь, сука, в кругляшке, который тебе поставили. Ну, ты если видишь, вот ты смотри на фреймы босса, если ты видишь, что даже если стоишь в кругляшке, и там к тебе кто-то, ну, отойди ты чуть-чуть подальше, чтобы просто не цеплять вот этим ебаным, блядь, ауешкой, нахуй, человек, который рядом стоит, блядь. Это сложно, нахуй. Сложно, пиздец. Просто сами себя убиваете вместо этого. Ну, и эти диспарить там надо сначала, короче, хилов, потом танков. Хотя там не диспейл, там я бы успел бы снять с собой, там просто он сдох до того. Мы нормально стоим, я же тоже диспейлю. То есть часть я диспейлю достаю, часть ты достаешь. Я до всех достаю. Я с квадрата достаю до всех, кроме притона. Да до танков пусть он не снимает, все. До танков я достаю. И до хилов я достаю. А ты в роме достаешь специально, чтобы доставать до той стороны. Что, Пал, все, ушел или ты еще трое? Ну, вроде говорил последний.
Видите, пожалуйста. Я да что, перекурим? Да нет, давай тронем там Павлу Грюзу, уходить надо сейчас. Может, последний там какой. Потом покурим. Мы в тот раз чаще перемещались это в другие комнаты. Какие комнаты? Мы тоже Еще не дошли до комнат. А, еще не дошли? Конечно. Мы еще просто, блядь, первую фазу пройти тут нормально не можем, нахуй, чтоб люди урон не лутали лишь. То есть, ну, в момент взрыва никто не должен урон получать, там ХП практически не сносится, блядь. Если вы видели, что у вас там дропнулось, блядь, хотя бы 30% ХП, блядь, значит, вы должны, блядь, посмотреть, что вы как-то кривовато стоите. Метки, они условные, блядь, чтобы для вас ориентир был. Ну, я не могу тут, нахуй, точно дистанцию померить, потому что Конечно, босс агрится. берите просто макрос и все. 10 метров. Тут все три трая этих пахали от пламя все время. Разных тут. Сейчас все готовы. Давай, что отдаем. Дай лапку, друг, еще раз. Ой, видишь, атака должна быть, урон не должен наносить.
Курс мрака поменяй. Хорошо. А, его фанерка лежала, он тебе реже кидает проклятие. Сейчас должны были уже быть, а их время не только. Ну, сейчас как раз после мурака. Сейчас надо будет незыбку давать или массакру. Незыбка есть так? Незыбка когда? Ну не когда это. Ну, давай. Что я тогда? Я даю. Давай сокру. Это будет хил. Да. Фильте, шамана захилте. Раник поменяешь. Сейчас секунда, две. После кольца. Сейчас надо будет незыбку давать. Давай незыбку. Незыбку. Надо успеть, короче, до следующего массейва, иначе хуёво будет. Ага, меня убило, сука, я диспелил блок, нахуй не нажал. Сними, главное, с хилов свои, да, сними из танка. И это меня... Давай, захильте шамана. Так, хант умер. Ладно, ничего страшного, я думаю, справимся. Диспел меня оберните. Ранник. Да. Сейчас пройдет взрыв, я встану. Все подъебало, босса забегите. Ранник, дашь массакру, если это? Там, да-да. Такая, ну, там сейчас будет скоро. Чтобы это вот не сейчас там... Он тут это пламя кастует, под пламя можно продать. Но уже не надо, короче. Дамажем его просто. Так, здесь, короче, чилим ману, прогрессируем, разбежали, станцию набрали, танк обсилим. Да. До 22% доводим, и маленько подстопаем. Поменяешь, что ли? 3 секунды. Так. А что у нас? БР 8 минут, не, ну 8 минут взять за шкаф, конечно. Стопайте урон пока. Паладин, кидай правосудие мудрости помимо по КД. Поменяй печать на печать мудрости. Ты сейчас сольешь нахуй ману на третью фазу и. Ману, мапал, резай ману. То есть дай инер по паладину, давай там это на ману там скастуй там что-нибудь, чтобы мана у вас была. Ага. Пищать поднял, кидаешь полшу. Да, по 1% что ли? Ну да, сейчас надо будет это. Там, Пал, давай ману
подрезать, чтобы у тебя была еще чуть-чуть. И будем переводить уже. Пока ты перейдем в следующую комнату, там надо будет нажимать зелье. Кого выберет? Что там у тебя? Когда выберет в таргет, когда выберет в таргет кого-то. То есть вы нажимаете зелье оцепенения сразу. Ты при этом поменять или нет? Да. Притона за хельки. И помимо этого, вам надо будет второму танку, который не будет танчить в этот момент босса, надо будет собрать трэш, который идет из призванного. И все, давайте. А, короче, сейчас кастую эту, я продиспелю всех. Ага, все, я понял. Разбежались, Геру дали, все бурсты. И смотрим, кто там. Сейчас надо будет диспелить. Кто там? Смо. Я нажал. Ага, с меня трэш собирайте. И бьем босса. Босса бьем, трэш не трогаем. Просто его надо перевести максимально быстро. Майвезер, нажимай зелье. Давай, он не должен, нахуй, еще там. Притон еще, ел. Хильте. Сколько хп у босса, я не вижу, может. Равненько. Вот, да. Все перевели. Там у нас 100. Надо Майвезер. А, у нас хила нету, я понял. Надо Майвезера выбить. Пиздец, потом меня. Ага, вайб, я понял. Пиздец, короче, я курить. Сука, блядь, я не вижу ни хп, вот меня взяло в контроль, я не вижу ни хп босса, нихуя вообще, просто, блядь. Даже кликать людей не могу, блядь. Да, понятно. Залупа. Ну, типа, он весь бой был с печатью света и кидал правосудие света. Как его научили, блядь, на этом? На чем научили? Ну, в протопале там же по-другому, по-моему, работает правосудие. А может синюю джагу кидать, а этот просто белый, и все. Какой нахуй ДПС? ДПС нормально все будет. У нас ДПС минус один. У нас было минус один. Я понял, блядь. Да, я понял, нахуй. У нас пол, сколько у нас рарных здесь, притом здесь я, здесь ты, здесь Биг, Нига здесь. Ну, типа, сги. Просто, блядь, в чем проблема? Хила у нас нету, сги. Спасибо.